Президент на земле Приуралья. В Казанском драмтеатре открылась выставка под таким названием. Она приурочена ко дню первого президента Республики Казахстан. Автор работы Рафхат Халелов, профессиональный фотохудожник, член Союза журналистов Казахстана. На выставке представлено 40 фотоснимков, снятых во время рабочих визитов Нурсултана Назарбаева в наш регион. Фотограф запечатлел главу государства в поле, на заводе, во время встреч с западноказахстанцами. Художнику удалось донести до зрителя, что президент страны не только государственный деятель, но и доброй души человек. Когда я первый раз снимал президента Нурсултана Назарбаева, для меня было сложно. Тогда у меня доступ ничего не был, списки не включили, ну, трудные были времена. Я тогда слышал, что президент приезжает, будет заедет в Краеведческий музей. Ну, я 10 часов утра пришел. Мы не пускали, потом сказали, для чего нужен. Там специально лишние фотографы снимают, газеты будут, телевидение показывают. Вот так начали меня уговаривать, что я домой пошел. Я говорю, знаете, вот я сейчас соберу эту историю.